Всем привет, с вами Прия. Сегодня речь пойдет о новой валюте Легиона, такой как осколки пустоты. Я расскажу, откуда они добываются, для чего они нужны и как их можно более рационально истратить на свежеапнутого перса и для персонажа, которым вы уже отыграли долгое время и в принципе вам никакое снаряжение не нужно. Начнем же. За что получаются данные осколки пустоты? Осколки пустоты периодически дропаются нам тогда, когда мы зачищаем различные вторжения легиона. Вторжение легиона может быть вызвано на такие локации, как Западный край, предгорье Хилсбрада, Дун Марок, зоны Калимдора, это Танарис, это Асшара и это Северные степи. Три в Калимдоре, три в Восточных Королевствах. Рядом с местами отражений данных нападений находятся аналогичные торговцы, как и в главных городах Альянса или Орды. За что же дается на самих вторжениях? За зачистку второй волны вы получаете 10 осколков пустоты, за зачистку третьей волны еще 10 и за четвертую последнюю с сундука 10. 30 осколков за все это дело, к тому же, если вы убиваете во время третьего этапа различных мини-боссов, у которых около 5-7 миллионов хп, то вы также получаете от 5 до 8 осколков. Но уйдем от теории, перейдем, собственно, к делу. Для чего же тратятся эти осколки, для чего они нужны нам? За 200 данных осколков вы можете купить комплект снаряжения платные, кожаные, тканевые и кольчужные доспехи. Это доспехи для трансмагрификации, то есть одеть вы их никак не сможете, только затрансмагрифицировать, и все. Никакой полезной сущности это не несет, но если вы хотите добавить их в коллекцию, то, пожалуйста, дело ваше. Также за 50 осколков мы можем купить спину, мы можем купить шею, кольцо, еще одну шею, кольцо и аксессуар. Если вы только апнулись, если вы имеете свежеапнутого персонажа, то почему бы и нет? Также за 100 осколков вы можете купить себе клинки. Вот такие вот клинки боевые 700-го итем левела. И спокойно переслать их к учетной записи Battle.net. Для чего это может быть полезно? Вот эта приписка к учетной записи Battle.net, то что оно привязано. Во-первых, вы можете переслать это на Demon Hunter. То есть я спокойно сейчас куплю, перешлю на него и смогу одеть. К тому же, зачищая вторжение демонов, периодически вы будете получать скученную скверну. Переслав на персонажа эти клинки, использовав данную скверну, вы улучшаете данные клинки. При этом вы не тратите 150 осколков на сгущенную скверну. Скажем так, это, ну, небольшой вам плюс для того, чтобы не тратить лишних этих осколков пустоты. Думаю, по клинкам этим все в принципе ясно. Также вы можете купить такого детеныша, детеныш сквернотопыря, за 150 осколков пустоты. На данный момент на аукционе они стоят около 2000, но я не знаю, насколько их будет много. Если их будет очень много куплено за весь припатч, то это значит, что у людей будет очень много данных детенышей, и поэтому будут редко скупать с аукциона, и цена будет довольно-таки низкой. Но для коллекции почему бы не купить себе 3 штучек данных питомцев? Почему бы и нет? В принципе, по поводу этой валюты я все рассказал. Пользуйтесь ею с умом. Покупайте нужные вещи для своих классов. Покупайте бижутерию, покупайте трансмоги, покупайте клинки, апайте их до 725-го итем левела. Учту, что одна скверна апает не вплоть до 725-го, а апает всего лишь по плюс 5. И к тому же вторжение демонов, они стартуют в час, в 5 часов, в 9 часов, 13, 17 и 21 час по северному времени. Сейчас 23:45, это значит, что следующее нападение будет через час 15. Идеально, будем отражать. К тому же за отражение данных вторжений вы получаете достижение. Вы получаете достижение противостояния легиону. Это отразить вторжение сил пылающего легиона во время событий, предшествующих выходу дополнения легион. Это за одно, но оно входит в часть серии, такое как защитник Азерота. Скачав аддон Overachiever, ссылочку я могу приложить вам в описании, кому интересно, может зайти и скачать. Вы находите данное достижение. Вы находите это достижение и видите то, что для него нужно закрыть абсолютно все вторжения.
Скажем так, это плюс два великих достижения для нашей учетной записи, что вполне неплохо. Обороняйте земли Азерота, я надеюсь на вас, экипируйте своих персонажей, экипируйте своего демон-хантера лучшими клинками, какими только можно, и отражайте эти нападения с честью. Я в вас верю, всем спасибо огромное за просмотр, увидимся в Легионе. До встречи!